На сегодняшний день протяженность Одесской трассы здоровья составляет более 6 километров. В перспективе велопешая магистраль продлится от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана. Позаботьтесь сегодня о одесситах, тех, кто активно занимается спортом. Мы меньше денег потратим на здравоохранение, потому что наши люди будут крепкими, здоровыми, спортивными. Началом строительства послужила заложенная в торжественной обстановке капсула в районе 10-й станции. Строительство эстакады обойдется в 33 миллиона гривен. Как рассказали чиновники, работы ведутся за внебюджетные средства за счет предпринимателей, арендующих песчаную территорию и заинтересованных в улучшении условий обслуживания на пляжах. Проект строительства эстакады включает в себя не только велопешеходный мост, но и укрепление склонов подпорными стенами. При этом не прекращаются и работы по благоустройству самих набережных на Большом Фонтане. Уже вот 10-й фонтан, где-то до 11-й. 12-й сделана набережная. В прошлом году мы начали это делать. Мы убрали все уродство, которое там было. Уложена плитка, сделано освещение. В этом году мы будем продолжать работы. Реализованный проект позволит профессиональным спортсменам использовать эстакаду для тренировок перед состязаниями. Появляется уникальная возможность для того, чтобы создать дополнительные условия для тренировок и спортсменов. Любителей, которые очень сейчас много, для проведения больших массовых пробегов. Я думаю, что уже какая-то 1000-1500 участников на марафонах, полумарафонах, это не будет проблемой для города и для трассы здоровья. Предположительно, срок строительства эстакады составит полгода. При этом специалисты отметили, что на конкретизацию срока сдачи проекта будут влиять и погодные условия.